Мика, чем ты занимаешься? Пеппа мигаю. Слышь, Арсений, даже не знаю, чем нам с тобой заняться. Может, в прятки поиграем? Но нельзя с нами. Ты хочешь с нами поиграть? Ты ж, Софийка, прятаться не умеешь. Я умею прятаться, Ну что, Арсений, пускай играет с нами? Давай, Софуня, можно играть. Я тоже играю, я. Саш, тогда ты вода. Почему я? Давай на числитво. Числитво. София, кто вода? Саша, ты водишь. Хорошо. Я пойду в комнату, а вы здесь прячьтесь. Не спрятаться, где же мне спрятаться? О, вот тут прячусь. Надо закрыться. Я считаю до 5, не могу до 10. Раз, два, три, 4, 5, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Где же вы все спрятались? Ага, вижу ноги. Привет! Софийку нашел, остался Арсений. Я тебя нашел! Арсений, ты тоже найден. Шорохи. Теперь ты, Арсений, водишь. Искать. Софии легко найти. Так, я спрячусь за вот этими подушками. Все, меня не видно. Сейчас меня не идут. Софийка, прячься быстрее. Куда ты пошла? Зачем тебе волшебная палочка? Я только вас есть. Не могу до 10. Раз, два, три, 4, 5. Я иду искать, кто не спрятался, я не виноват. Я не понял, куда она пропала? Ладно, может быть, где-то в другой комнате спряталась. О, Софийку сейчас в одну секунду найду. Она прятаться совсем не умеет. Где я? Где моя всем моя палочка? Я ее дома забила. Как попасть домой? Я иду искать, вы меня слышите? Сейчас я их быстро найду. Почему я здесь? Я здесь не прячусь. Наверное, София за шторами. Странно, нету. Значит, наверное, за этой шторой. И тут нету. Так, где же они спрятались? Немножко торчит. Наверное, там Софийка. Софийка! А, это Саша? Блин, нашел ты меня. А я, честно, думал, что ты София. Она же совсем прятаться не умеет. Нет, нет, это я. Сейчас надо найти Софию. Так, Софунька, выходи. Нету Софийки. Да, совсем не сиди. Я потеряюсь. Что делать? Саша, ее здесь нигде нету. Ты не видел, где она пряталась? Как нигде нету? Не может быть. Да, Саша, я уже везде-везде проверил. Вы же только здесь прятались. Да, Саш? Ну да, только здесь. Подожди, она же волшебную палочку взяла и к зеркалу пошла. Смотри, вот палочка лежит, а Софии нету. Саша, ты слышал какое-то заклинание? Что-то слышал, но что не расслышал. Палочка, веди нас за Софийкой.
тебе нас в лес перенесло, Саша. Значит, Софийка здесь в лесу большом. Комары кусаются. Зачем Софийка сюда попросила, чтобы ее перенесло? Ладно, давай скажи, София! София! Софийка! Смотри, вон она стоит и плачет. Точно она! Софийка! Софийка, мы здесь, иди к нам! Саша, Сенит, иди! Софийка! Хорошо, что ты, Софиюшка, нашлась. Мы уже не знали, где тебя искать. Ну все, давай домой. Палочка, верни нас домой. Палочка, спасибо, что вернула нас домой. На, Софийка, и больше не колдуй. Да, Софийка, так делать больше не надо. Ну все, Софийка, давай рисовать. О, рисую я тоже. Скучно как-то, София. Пошли, может быть, на улице погуляем. На улице? Пойдем на улицу. Да, я тоже не откажусь. Ну, пошли, мама спросит, и пойдем. Опа! Все, сейчас положим карандашики и пойдем. Да. Пошли, Софийка. Пойдем. Мама, можно гулять? Вы на улицу хотите? А что, вам дома нечем заняться? Нет. А, ну ладно, но только ненадолго, хорошо, и около дома. Ура! Давай. Ура! Побежали! Ура! Ну все, пошли на качельках покатаемся. Пошли. Садись, я тебя покачаю, потом сам. Саша, я тоже хочу качелька. Сади меня. Садись, ну давай посажу. А ты уже сама села. Давай сейчас раскатаю. Катя. Все, катайся. И я сейчас покатаюсь. Пойду-ка я посмотрю. Софийка, ты куда? О, куда она пропала? Ничего себе! Вот это портал! А где же Софийка? Пойду около фонтана посмотрю. Софийка, вот ты! А я думала, ты уже куда-то пропала. Нет, я здесь. Ой, хух, тебя нашел. Пошли куда-нибудь еще погуляй. София, я уже очень устал. Пошли домой. Я не хочу домой. Мне дома скучно. Я хочу на пчелонов. Ах, домой не хочешь. Вижу то, что хочешь. Ладно, пошли на аттракционы. Ой, пчелоны. Все, София, я устал. Я хочу домой. А я не хочу домой, я хочу на пчелонов кататься. А на каких аттракционах? Мы даже дороги не знаем домой. И где теперь этот портал искать, чтобы домой попасть? А я не хочу кататься, я хочу кататься. Ну что, Софийка, пойдешь на таких машинках? Да, ура, на такую хочу. Садись, Софийка, на какую хочешь. Да. На какую? Садись. Сюда садись? Да. Все, и катайся. Сейчас, подожди.
подожди немножко. Я тебя здесь буду ждать. Какая классная машина. Все, Софоня, слезай, покаталась уже. Опа, пошли. Все, Софийка, я устал. Еще жарко так, пошли домой. Нет, Саша, я еще домой не пойду. Я хочу еще на машинках. Ух ты, София, ну мама же, наверное, переживает. Ладно, на машинках сразу же домой. Софийка, пошли. Пошли. Сейчас. Садимся, быстрее, быстрее, побежали. Садись. Я за рулем стою. Хорошо. Приедешь? Куда? Дядя дом. Давай. Давай, Соня, домой. Все, теперь уже домой пойдем. А почему мне домой даже не идти? А потому что, Софийка, мы уже здесь долго, и мама уже нас волнуется. А я все на повозиках не каталась. И не пойду домой, пока не покатаюсь. Ну ты и хитрая, София, как тебя домой завести? Да и портал я еще нигде не вижу. Ай, ладно, пошли на паровозики твои. Монетка. Да, есть у тебя жетончик. Сейчас отдадим и покатаемся. Давай, покатаемся. Софийка, только пообещай, то что покатаешься на паровозиках и сразу пойдем портал искать. Хорошо, обещаю. Пошли. Соня, садись. Я запою. Привет, привет, София. София, София, давай быстрее, портал нашел. Он там. Побежали быстрее. Побежали быстрее, быстрее. Быстрее бежим, к порталу бегом. Быстрее, быстрее, все закроется. Побежали в портал. Побежали. Давай, прыгаем. Раз, два, три. Все, София. Устал я. Пошли быстрее домой. Пойдем. София, как же нам повезло то, что мы вернулись. А могли-то не вернуться. Как не вернуться? Если бы мы не нашли портал, мы бы остались там на всю жизнь. Да, на всю жизнь. Да, да, на всю жизнь. Пошли маме скажем то, что мы уже вернулись. Я открыта. Вот это дверь открыта. Пошли, София. Пап и мама. Шарик. Шарик. Мотоцикл. Бобби. И динозавр. София, что это ты собираешь в свой рюкзачок? Саша, почему мне не едем отдыхать? София, какой отдыхать? Школа, каникулы только через месяц. Как через месяц? Я хочу сейчас отдыхать. Не, Софийка, сейчас никак не получится. Сейчас школа. А почему? Я хочу. Я тоже, может, хочу, и Арсений не хочет. Только школа и уроки. У меня идея. О, идея. София, что ты собираешься делать? Я за пачкой. Вот моя пачка. Сиди. Саша, София, а что вы делаете? Не знаю, София что-то задумала. Софийка, что ты делаешь? Привези меня, а папа. Где-то мы оказались, Софийка? Я вам сказала перенестись, когда.
это наш дом. София, ты такое заказала? Видишь, у меня даже карточка есть. София, а палочка твоя волшебная где? Палочка, она дома осталась. Как дома осталась? София, как навернуться домой? Давайте тут отдохнем. Тут даже аквапарк есть. Что, здесь аквапарк есть? Да, тут аквапарк и номер. Ну, давайте посмотрим номер, а потом сами будем думать, как домой добраться. Давай, София. Прикольный. Какая большая комната. Ага, она же просто гигантская. Саша, смотри, какой классный телек. Черт, на этом диване сплю я. Туда я на этом диване с тобой. Тогда, Миша, почему ты не стоишь, а я стоя? Вот тут будем кусать. Да, София, тут кушать будем. Ты тут, я там, а Сеня тут. Пошли посмотрим, что еще есть. Да, пойдем. А вот это что за дверь такая? Ну, давай откроем. Офигеть! Классно! А тут кто будет спать? Здесь тоже телевизор есть. Это моя будет кровать большая. Я тут буду сама спать. Смотри, какая она классная. Ага, прикольная. Удобная такая. Да. А вот это будет моя кровать. И телевизор будет домой. И спать я буду тут. Софийка, хорошо, я согласен. Я голодная. Да, София, все хорошо, только кушать хочется. И мне кушать хочется. А деньги у вас есть? Не, у меня нету. А у меня есть деньги. У тебя есть деньги? Да, у меня есть. Пойдем в кафе покушаем. Да, так пошли скорее кушать. Я очень голодная. Ну вот, Софийка, ресторан нашли. Пошли. Давай покушаем. Что было? Все, заказала. Так, а что же мне поесть? Так. О, мне уже супчик принесли. Сейчас покушаем. У Сени, что тебе эти суп принесли? Ой, какой вкусный суп. Ой, мне уже принесли. И мне принесешь они. О, мои креветки привезли. Вот. Сейчас это... покушаем. И мне уже второе принесли. Ой, и мне принесли еду. Ой, как вкусно. А Сеня, что будем делать, когда поедим? Не знаю. Софи, что будем делать? Только папа сходит и покупаемся. Точно, София, голова. Да, аквапарк прикольная идея. Вот еще молочко принеси. Нет, это клубничная у меня. У меня тоже клубничная, между прочим. А у меня коктейль на десерт. Смотри, 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 вон уже аквапарк. Точно, точно. А папа, пойдем. Пошлите. Все, Софийка, мы готовы. Я тоже готова. Пойдем. Пошлите.
Софья, ой, я устал в аквапарке. Я тоже устала, давай меня кинем. Чтобы сюда вернуться? Ну, давай. Давай. Сейчас я бросаю. Ой, как я устал. Ой, и я тоже. И я тоже устала. Я спать? Я тоже. Спать. Уже утро? Да. Сань, просыпайся, утро уже. Что, уже утро? Да. Хорошо вчера отдохнули, София. Да, очень хорошо попала и покусали. Да, мне понравилось так отдыхать. Сеня, ты знаешь, про что мы забыли? Про что мы забыли? Сеня, мы забыли про школу. Ой, у меня же контрольная на этой неделе должна быть. Как же вернуться домой? Софейка, как вернуться домой? Я не знаю. И волшебную палочку ты дома оставила, да? А телефон хоть кто-то с собой взял? Я взял. Сейчас освободи быстрее, я папу буду меня забивала. Алло, папа, привет. Папа, забери нас, пожалуйста, отсюда. А я не знаю, где мы. А это у нас София перенесла. Ага. Включи GPS. И ты нас найдешь? Хорошо, сейчас включу. Все, папа, включил. Хорошо, пока. Ну все, Арсений, папа сказал, что он нас найдет по GPS и скоро приедет. Повезло, что наш папа заберет. Да, Софийка, очень повезло. Это, наверное, папа приехал. Привет. Ой, привет. Ох, вы путешественники мои. Ах, это ты, куда же ты их так далеко, а? Переместила. Это вам повезло, что близко так. 2 часа я приехал, если бы на самолете куда лететь пришлось, а? Эй, я у тебя палочку заберу. Все, быстренько, собирайтесь и домой. Пулей. Ура, все, пап, собираемся. Да вы, взрослые, куда с ней, а? Отправились. Папа, как же ее маленькую было одну отпускать? Да, пап, мы переживали за ее. А, ладно, вообще молодцы, что одну не отпустили. Оп. Одевай куртку. И погнали. Давайте, бегом, а то уже мама переволновалась там. На отдыхе, только скучно. Мама с папой пошли заниматься шопингом, а нам надо сидеть в номере ждать их. Да, тетка Косня. Вот бы сейчас на море, на пляж. Только мы дороги не знаем. Мама с папой только знают, а они ушли. Да, а я говорю, площадку хочу. Что, Софийка, на игровую площадку хочешь? Я бы тоже сходил на игровую площадку, но надо дома сидеть, мы же не знаем дорогу. А я в бассейн хочу, только идти лень. Вот бы сразу туда попасть. Да, я хочу. Я тоже не хочу идти. Софийка, у тебя есть твоя волшебная палочка, чтобы нас туда перенести? Или ты ее дома забыла? А, есть, Сася. Палочка, принеси нас опотягу. О, у меня площадки! Софийка, как же классно, ты нас на площадку перенесла. Да, Софийка, у тебя все вышло, давайте покатаемся. Давайте, давайте.
остановились мы на площадке. Кушать что-то хочется? Ну да, я тоже проголодался. Я бы тоже перекусила. Я ты как хочешь кушать? Да, да, я хочу кушать. Тогда перенеси нас в ресторан. Спасибо, Софика, так вкусно покушали. Софика, сделай так, чтобы мы еще на пляж попали. Батька, батька, не сильняйся в пляж. Вау, мы на море, на пляже. Да, Софика, ну ты мастер. Как у тебя так получается, ладно, ты такая молодец. Я извиняю, может получается. Хорошо, у тебя получается. Пошли по бережку пройдем. Ну давайте, пошли, пошли. По бережку походим, пошлите. Пошлите, вот уже море. Ох, какие сегодня классные волны. Да. Жалко то, что у нас купальников нету. Да, сейчас бы покупались. Ну все, мы уже долго. Пошлите в теньке погреемся. Нагулялись, находились по бережку. Ну что, Софика, уже домой пора отправляться. Софуня, отправишь нас домой? А что, сейчас я отправлюсь домой. Паська, отправь нас домой. У-у-у, класс, мы прибыли. Да, скоро мама с папой должны будут прийти. Как хорошо мы провели день. Я по всякие были. И на пляже. Все-таки хорошо, Софи, что у тебя волшебная палочка. Вот уже и мама с папой возвращается. Вовремя мы прибыли. Она там будет. Софийка, я все понял. Да, Софийка, не скажу маме с папой. О, привет, детвора. Вы дома? Все нормально у вас? Ну, видишь, а ты переживала. Все, ну, вон. Все у них хорошо. Сидят яблоки, трушат и в планшеты играют. Да, мам, все нормально, только скучновато было. Саня, а ты что молчишь там? В планшет всунул нос? Как дела? Да, пап, все классно. День прошел хорошо. Ну и замечательно. Ну, молодцы. Молодцы. Ну, видишь. Да. Так что можно их оставлять самих и за шмотками. И на шопинг. Нет, Бери, отгоняйся, Саоня, Саоня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока. Пока-пока.